Уважаемые коллеги-дачники, зрители и подписчики, «Дача без фанатизма» вновь приветствует вас. Сегодня мы с вами займемся химическим экспериментом, а именно будем определять кислотность почвы на участке. Почему это нужно? Мы должны с вами понимать, какие растения будут лучше развиваться на наших почвах, как улучшить нашу почву. И то для этого, естественно, надо знать уровень кислотности почвы. Чтобы его определить, мы будем использовать лакмусовые бумажки. При помощи их и дистиллированной воды будем проводить эксперимент. Что для этого нужно? Для этого нужно купить лакмусовые бумажки. Цена их 15 рублей за 3 штуки, продаются в садовых центрах и в магазинах органического и природного земледелия. Нужна дистиллированная вода. В аптеке я ее не нашла, пришлось покупать на авторынке. Полуторалитровая баклажка тоже обошлась нам 30 рублей. Вот цена вопроса. Ну и ваше желание, это, естественно, непреложное условие. Далее, на нашей даче, поскольку в наборе 3 лакмусовых бумажки, то мы берем пробы грунта из 3 участков. У меня цветник от огорода отдельно расположенный, значит, я беру пробу из цветника, вот в котором я сейчас нахожусь, дальше из огорода, и еще у меня есть в огороде высокие грядки, и кислотность почвы надо посмотреть, какова и в них. Вот мы выкрыли 3 ямки, сейчас мы вам ближе покажем и расскажем дальше. Ямки копаются на глубину штык лопаты или чуть больше, ну где-то 35 сантиметров. Почему именно такая глубина? Да потому что именно на такой глубине и находится основное количество корней с огородных растений, как цветов, так и овощей. Вот, пожалуйста, срез ямки. Вот такая почва у нас на даче. В огороде приготовила 3 баночки, подписала их, чтобы не перепутать. В высоких грядках огороде уже пробу взяла, показываю, как в цветнике. Вот срез вертикальный, с него соскребаю где-то горсть земли, но это примерно 3 столовых ложки. Вот пусть будет так. Все. Вот образцы грунта готовы. Сейчас мы идем на веранду дальше экспериментировать. Вот я нахожусь на веранде с нашими образцами. Вот дистиллированная вода, образцы грунта. Вот так выглядят лакмусовые бумажки. Вот их 3 штуки такого желто-оранжевого цвета. Они в пакетике продаются. И мои знакомые дали мне определитель кислотности, к которым мы потом будем пристраивать эти бумажки. Вот здесь шкала кислотности от 0 до 12, уровень pH определяет. Итак, что мы делаем? Каждый образец заливаем дистиллированной водой. Ну, если почвы там примерно 1/4 в банке, в пол-литровой, то мы водичкой заливаем, ну, чтобы было примерно пол банки или 3/4. В общем, я вылила всю, но здесь была не полная бутылка. Все, залили. Теперь ложкой перемешиваем интенсивно каждую баночку с опытной земелькой. Вот эти все наши банки оставляем на 15 минут. Обильно перемешали, даже вон пена какая-то выступила. Все, оставляем это все на 15 минут. Через 15 минут мы их перемешаем еще раз, тоже интенсивно. И после этого подождем 5 минут и будем, после 5 минут, следующих должно образоваться на поверхности, должен слой жидкости, вода дистиллированная поднимется, и вот в этот слой жидкости мы будем опускать с вами лакмусовые бумажки. Итак, время пошло, ждем.
Итак, время прошло. Сначала 15 минут, потом помешали. Еще 5 минут опять помешали. Вот сверху образовался слой полупрозрачной жидкости. До прозрачности что-то не получилось. Берем бумажку лакмусовую и окунаем в эту прозрачную, полупрозрачную жидкость. Окунули, стряхнули, положили на бумажечку. Следующий образец. Окунули на бумажечку. И, наконец, последний. Так, теперь смотрим цвет, ждем пару минуток, сейчас подождем. Итак, вот земля с огорода. Лакмусовая бумажка практически цвет свой не изменила. Смотрим здесь, что-то тут у нас. 4-5. Ну, то есть это, в общем-то, склонная к кислоте. Но не все так критично. Ну, практически везде цвет бумажек такой же. То есть, если верить эксперименту и этой табличке, то земля, почва на нашем участке, уровень кислотности от 4 до 5. То есть это получается в сторону закисления. Но хорошо, что не сильно щелочная и не очень кислая. Практически нейтральная. Ну что ж, я рада. Но тем не менее от применения золы не откажусь.